Встреча под открытым небом. Жители домов по улицам Строительная и 60 лет Октября в минувшую субботу вышли гулять, тем самым завершив цикл мероприятий на территории Нарьян-Мара в рамках Всероссийского зимнего фестиваля городской среды. В целом же в регионе фестиваль завершится 4 апреля двумя мероприятиями в поселке Искателей. Группа поддержки, вас не слышно! Вот так плечом к плечу детвора проходит эстафету. В субботний день жители рыбокомбинатовских домов и их ближайшие соседи провели на свежем воздухе весело и с размахом. Поводом для встречи послужил зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять». У нас получился замечательный праздник, пришло много очень детей, они все очень слаженно играли, и мы провели замечательный конкурс, они большие молодцы, что у них такой дружный двор. Среди тех, кто сегодня активно принимал участие во всех конкурсных заданиях, Юра Кокин. Признается, эта площадка практически никогда не пустует. Тут можно полазить на веревках. Много что можно, покачаться. Тут даже качель для детей можно. Вот побольше таких. Тому, что теперь во дворе рыбокомбинатовских домов есть современная игровая площадка, радуются и дети, и взрослые. У представителей высокого возраста она вызывает особую гордость. Сейчас, видите, снегом занесено. А когда мы построили, красота неописуемая. Тут скамеечки, посиди, играй, разговаривай. То есть все сделано хорошо. К благоустройству своего двора жители близлежащих домов подошли со всей ответственностью. Этот двор у нас был, как можно сказать, пионерский проект. Да? То есть они, жители, проявили наибольшую активность. И для нас было тоже большим вызовом, потому что мы давно не занимались такими проектами масштабными. Да? То есть когда мы взяли и благоустроили эту территорию, мы же ведь ее сделали, можно сказать, в самый притык перед холодами. И здесь нужно отдать должное все-таки тем людям, которые здесь живут. Да? Если бы не их активность и не их энтузиазм и не их, скажем так, отношение даже к тем работникам, которые здесь работали, да, этого бы ничего не было. Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» как повод собрать всех соседей вместе и привлечь внимание тех, кто мечтает благоустроить свой двор, но пока ничего для этого не сделал. Ведь именно от инициативы каждого зависит, в каком дворе будут гулять дети. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».